Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники, Олуха. Начинаем, как обычно, с нашего бесплатного пака. Ну и посмотрим, что он нам даст. Так, монетки Одина, это все понятно. Костоломчик, душитель, кревет. И пошли ресурсы. Так, шестеренки. Окей. Так, посмотрим, что у нас дракончик принес. Зеленая смерть. Понятно. Ладно, иди дальше на поиски. На 8 часов мы его отправляем. Так, дальше. Я могу найти снеговик или нет? Нет, ребят, пока не могу. А тут что у нас? Что вы мне хотите сказать? Я не могу понять. Расширить? Нет, нет, нет. Расширение мне не нужно. Так, быстренько ищи рыбу. Так, ты тоже ищи рыбу. А ты бревна. Так, давай-ка, лети быстренько. Водорез, молодец, красавчик. Кстати, сколько тебе нужно? Блин, 500, ребята. 500 рыбы ему нужно, чтобы немножечко прапать, капельку совсем, да? Беззубик, а ты что мне принес? Покажи-ка. О, отлично. Ух ты. Ух ты, какое-то вот, ребята, яйцо. Но мы откажемся, конечно же, с тобой. Так, Грамгильда получает уровень 22-й. Ну что, давай, наверное, еще покормим. И отправим на прокачку. Так, ты что у нас тут? Хочешь тоже кушать? Иди, качайся, так уж и быть. Так, ну а этих мы, конечно же, с тобой будем отправлять дальше в путешествие. Пускай они там елозят. Давай ближе. Выберем с тобой так, бесплатно, конечно же. Ну что, Барсик, ты тоже готов? Я знаю, что ты готов. Опачки. Что? Ножны. Вот я бы, кстати, не отказался, если мне выпадут ножны. А, по-моему, я достаточное количество собрал, да? Нет, не надо мне ножны. Эх. Да. Ну, давай тогда отправим дальше его. В приключение, так, 8 рун стоит. Пускай летит. Так, посмотрим, что у нас тут с паком происходит. Обычный, да? Костолом, громобой. И все? Костолом, громобой, на этом сказали. Отдохни, Рэй, и успокойся. Так, по заданиям забираем с тобой тусклый янтарь. И здесь 50 якнога. Ладушки. А тут-то что у меня? Руны. А что вы хотите мне показать? Ох ты, враг без зубика, уникальный. Друзья, я могу вполне взять вот этого уникального врага без зубика. Потому что, ну, на рассветный укус я 100% не накоплю, наверное, никогда. Напишите мне, пожалуйста, стоит ли брать его. Это каменная глыба, любитель пряток. Ага, рыбу он собирать, понимаешь, не может. Он только лишь древесину. Какой жучара, а? Ты посмотри на него. Ладно. Как будто я этого не видел. Так, что у нас по событиям? Ну, покажите мне, пожалуйста, есть? Ранний доступ 21 час, и здесь... Да чтоб тебя везде, ребята, не этот ранний доступ делают, а? Я прям не могу. То есть я не могу ни во что здесь поиграть. Меня бесит это. Потом, когда это будет доступно, мне останется всего лишь там 23 часа, чтобы успеть набить определенное, да, количество этих глав пройти. Бесит вот это вот такое вот. Несправедливо они делают, на самом деле. Только для подписчиков, которые вот подписаны, они могут сразу приступить с раннего доступа. У них и преимущество поэтому. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, отправим дальше. Погоди-ка, отправим дальше. Мы сейчас без зубика отправим. Куда? На защиту нашего олуха. Да. Давай-ка сделаем с тобой обороночку. Так, беззубик, водорез. Также пойдет этот у нас. И ветрокрыл. К бою. Сейчас мы быстренько с тобой тут, ну, пройдем, не пройдем, я не знаю. Ох, ё, ты посмотри сколько. Нифига их тут. Да. Вот тут вообще жестко, ребята. Потому что здесь и
Баллиста? Не знаю. Надо, наверное, все-таки снизу начинать. Вот отсюда нападать будем. Беззубика отправляем снизу, ребята. Вот здесь, пускай летит. Я хочу просто посмотреть. Так, это не достает пока, да, до него? Пока вроде бы нет. Но я могу вот так вот, наверное, подсобить. Ну, так, тихо, если я выпущу, например, водорез. Водорезы они сразу, наверное, мне кажется, уничтожат. Хотя, есть. Так, а если мы, ну, я не знаю, вот так вот сделаем. Как-то отвлекать надо. Есть контакт, нормуль. Слушай-ка, ну, вроде бы как довольно неплохо у нас получается здесь. Есть, даже три ключа мы с тобой сохранили. Неплохо, я тут тактику разработал, мне понравилось. Ну что же, как ты видишь, победа за нами. Три ключа сохранены. Ну и давай набирать с тобой наградушку. Забираем. Раз, два и три. Слушай, ну неплохо. 8 шестеренок, 3 руны и 6500 рыбы. Эй, Астрид, похоже, Элвин на тебе запал. Сюси-пюси. Ничего смешного, сморкала. Астрид, тебе нужно быть осторожнее. Похоже, они хотят взять тебя в плен. Не пари чушь, сморкала. Зачем я сдалась Элвину? Я не вождь. Астрид, можно я уже встану? А то я вечно буду ходить со следом твоей ноги на лице. Ха, прижучила его, короче, да? Так, ну что, теперь уже можно вполне, ребята, отправлять нашего беззубика в путешествие. И я... Да, ребят, видишь, нужны у нас с тобой полностью найдены. А вот я хочу искать дальше вот эти вот флаги. Бесплатно, конечно же. Долго, конечно, я буду искать, но а что поделаешь. Так, забираем. У нас, кстати, с тобой закончился янтарь. Я не могу, ребята, больше ставить на производство. Не хватает, ты понимаешь? Не хватает. Нужно 1000, а у меня намного меньше. Так, что дальше тогда? Ну, остается, по идее, у нас арена. Все остальное вроде бы выполнено. Хотя мы можем с тобой здесь... Да. Так, монетки Одина. Ну, а дальше самое вкусное. Кстати, у нас кто-то там, ребята, а-тя-тя выпал. И кто же это? Душитель. Обычный. Но он у нас есть, поэтому я думаю, что надо его отпускать. 1700 рыбы и 5 всего лишь янтаря. Да, не очень он ценен. Так, что у нас тут? Получаем. Ну, подожди-ка, у нас с тобой обучается дракон? Я отправил кого-то на обучение. Да. Тогда действительно остается только лишь арена. Ну что же, поехали. Не будем с тобой долго здесь тянуть время. Первый пак вождя. Ага, блин, два красных, да чтоб тебе. Ну зачем два красных-то, а? Блин, два красных, а у меня два зеленых. Ну что, надо, наверное, начинать со скалотряса, я так понимаю. Он тут самый такой свирепый. Ать, видишь, что он делает. Ну давай еще ты сюда. Трындец. Он еще и повысил себе атаку, представляешь? Ладно, есть у меня одна задумка, ребят. Не знаю, прокатит она или нет. А ветрокрыл же еще, блин. Ну, попробуем с тобой, наверное, замять скалотряса. Слушай, зачем я так сделал? Я совсем не это хотел сделать. Ё-моё, друзья, вот это я лопухнулся. Знаешь, что я хотел-то сделать, на самом деле? Хотел это отражение поставить на нашу сардельку. Все, тут, короче, нам крышка. Нас тут распетрушат сейчас. Трындец. Все. Хана, как говорится, нам. Уже ничего здесь не поможет. Этот сейчас звезданет. Оу, слушай, уклонение, ребята. Да-ка что, ну уклонение. Все равно он нам это не поможет. Этот сейчас убьет, уничтожит, ребята. Укусом своим, понятное дело. А этот будет морозить. Сейчас он, конечно, просто ударит, а потом будет морозить. А этот подожжет, наверное. О.
Ну что, давай посмотрим. У нас пониженная защита. Все, каранты уничтожают, ребята. Ну ладно, тем не менее, я все-таки успел бомбануть ему двух драконов. Первый, конечно, поединок был не особо удачным. Надеюсь. Ну, ох ты. Три фиолетовых, вот это что-то. Ну давай посмотрим. Так, с кого начать-то лучше? Я думаю, наверное, с прихвата. Нет, вот с этого начнем. Ага, в ответку, да? Три фиола. Так, прихвости. Ты достал. Ну ты смотри, как он так умудряется, ребят. Давай бомбить. Немножко хильнемся. Мне кажется, это не поможет. Так, что ты там уничтожил, а? Так, а фиолет... Ой-ой-ой-ой-ой. Ага, ну это терпимо, на самом деле. Давай что-нибудь делай, господи, не стой. Так, понятно, уклонение, как всегда. Но сарделька, по крайней мере, сделала на себя усиление. Усиление атаки. Лишь бы выжить бы нам еще. Ну-ка. Слушай, ну все шансы есть, что мы здесь с тобой выиграем. Подожди секунду. Нет, только не уничтожай. Уже сомнения у меня по поводу выживания. Смотри, у него две плюс еще одна. Откуда у него вот это вот берется? Вот я никак не могу вот этого понять, ребят. Откуда он взял еще вот эту третью дополнительную энергию? Блин, он меня тут, ребята, по-моему, победит. Че, мне ускорения нету толку ставить, ребят. Оно мне тут никак не поможет. Короче, он меня распетрушит. Слушай, по ходу дела, надо нам с тобой поменять команду. Тут уже, как видишь, не рулит эта постановочка наша. Ну что, давай поменяем. Так, кого возьмем? Беззубик. Ой, сарделька. Сардельку я оставлю. Может быть, нам взять с тобой Вострозуба? Давно мы, кстати, им не играли. Шторморез. Да, если бы... Подожди-ка, может быть мы... Подожди секунду. Ага, нужно больше жетонов. Кривоклык. В плане, он тоже легендарный? А он героический, ребята. Ёлки-ты-палки. Так, всего лишь 6-го разряда. Ну, это, конечно, мало, ребят. Ну, никуда не годится. 24-й уровень должен получить. Может быть, попробовать еще без зубика нам взять, а? Что скажешь? Вместо... Вот так вот. Давай проверим, что у нас из этого получится. Ну, просто предыдущие колоды, ну, нельзя было играть. Уже невозможно, ребята. Сдувались мы. Так, а здесь два фиола, да, поставили? Два фиола. Ну, поехали. Ой-ой-ой, что так? Да иди ты. Ну все, понеслась, как говорится, да? Я даже не знаю, ну давай так попробуем. Что-то вообще у меня здесь команда не алло. Ты посмотри, что происходит. На тебе. Предположим, ребята, 9-й уровень. Блин, Вострозуба, что так быстро распетрушиваете-то вы его, а? Вострозуб, он вообще у меня будет сегодня ходить или нет? Так, ребят, меня уже достали эти вылеты в игре, вот серьезно тебе говорю. Прям посреди боя. Ладно, тогда давай с тобой на этой ноте поменяем кое-кого. Сделаем вот так. И вот так. Что-то я начал паниковать, ребята. Начал паниковать, потому что я начал проигрывать очень много. Так, ну что, давай попробуем. Ага. Так, кого бы нам с тобой начать в первую очередь? Наверное, змеевика злобного, да? Будем с тобой пытаться уничтожать. Ну, предположим. Давай вот так сделаем. Усиленная атака.
Так, мы можем понизить броню. Давай сделаем. Так. Ага. Дудки тебе. Ну что? Тихо. Кого ты будешь атаковать? Скалотряська, да? А ты? Тоже его. Ну, жук, а? Давай вот так, наверное, сделаю. Теперь вот так. Прекрасно. Что нам ожидать? Энергия полностью. Понятно. Уничтожил. Довольный такой. Так, только не говори, что ты сейчас фаерболами будешь тут баловаться. Нет, ребят, не будет. А мы сделаем с тобой вот так тогда. Давай тройной удар. Только не промахнись, пожалуйста. Прекрасно. Ну что же. К остолому, ребятам, пришел крындец. Так, давай-ка мы понизим защиту ему. И добьем. Ну, в принципе, ребята, первый победный наш раунд. Я очень рад этому. Поехали. Сразу же следующий бой. Так, две синьки плюс фиол. Две синьки плюс фиол. Так, громорок. Опять прихвостень. Змеевик злобный, да? Ну, попробуем. Да ты достал, а? Уклонение, ну неужели? Так, нам лучше, наверное, вот так сделать. Давай, наверное, прихвостня с тобой попробуем уничтожить. Блин, они хотят тройного удара мне уничтожить, да? Я ведь уже понял это. Сейчас ходят они вдвоем. Так, потом я, наверное, уничтожу все-таки прихвостня. Блин, ты посмотри, что, а? Прихвостня уничтожили. Так, громорок что делает? Вот, значит, что. Решил, да? Ну, давай так, да. Будем браться за змеевика злобного. Слушай, они меня хотят уничтожить. Ну, понятно, все, они взялись, короче, конкретно за скалотряса. А, нет. Я думал, скалотряса будут уничтожать. Но, как видишь, все норм. Блин, что бы сделать-то лучше, а? Они, наверное, будут все-таки уничтожать скалотряса. Я так думаю. Проверим сейчас. Молодец. Давай, ты тоже. Ты... О, красавчик. Не зря, друзья мои, я поставил баф сюда именно. Отражение. Давай, бомби, громорок. Ну давай, бомби. Есть контакт. Так, ну что, а мы вот таким вот образом его добьем. Только бы не промахнуться. Все. Ну вот, ребята, пошло дело, как говорится, на поправку. Вот он, первый пак вождя. Смотрим. Крылатый ужас, шипорез, костолом, громорок, кнут и прут. О, ветрокрыл. Слушай, неплохо. А мы продолжаем. Все ячейки забиты, то есть теперь мы будем получать с тобой вместо паков, естественно, ресурсы, которые мне тоже очень нужны. Особенно рыба. Ох ты, ох ты, ох ты. Смотри, какие уровни, ребята. 10, 11. Они просто меня здесь превосходят. В разы причем. Так, ну что, кого не будут? Понятно, начинается у них, короче, вот этот бзикос. А ты кого будешь бомбить? Вот, значит, как вы, да? Вот так вот, значит, решили. Уничтожить не скалотряса. А я быстрее вам уничтожу. Так, дальше, дальше, дальше. Блин, они все под усиленной атакой. Ну-ка. Бомбанул сейчас, поверь мне. Уничтожат скалотряс. Наверное, сардельку. Ну, конечно же, кого еще надо бомбить? Сардельку, понятное дело. Добьем. Отлично, по красоте. Так, сейчас будет, по-моему, разбег. Кого-то будет глушить. Даже так? Да ну, ты серьезно, блин. Вот это, ребята. Вот это вот называется западло. Самое настоящее. Когда мы промахиваемся с тобой суперударом. Ну-ка, сейчас. Ну, хоть здесь, елки-палки. Почти 400 урона, ребят, нанесли. Я думаю, что ему крышка. Ну...
Так, давай, не промахнись на этот раз только. Все. Удачка. Побед за нами. Что он там выпадет? Рыба или дрова? Дровишки. Ну что, продолжаем наши битвы. Смотрим, кого тут нам дадут. Два синих плюс фиол. Ага. Два синих плюс фиол. В принципе, такая же команда была до этого, да? Перед этим боем. Начнем, наверное, с тобой вот так вот делать. Я не хочу, чтобы этот тройной удар тут чуть нахимичил. Опа. Кусаем. Так, дальше ходят втроем они. Я так понял. Ого. Да ладно. Обалдеть. Распетрушили, понимаешь ли. Так, синие по фиолам. Да не должны они особо сильно бомбить-то. Ну что ты там дергаешься? Плохо. Плохо, что он понизил мне атаку. А мы защиту этому понизили. То есть мы, скорее всего, разберем их сейчас. Так, удвоение энергии. Почему-то именно на их ходу это стало возможным. Ну-ка. Е. Так, теперь я сделаю вот таким, ребята, образом. Перестрахуемся. Красавчик. В ответ лови. У него пониженная атака, пониженная защита. Вообще, бедолага, сдуется сейчас просто на изи. Угу. А добивку не хочешь, парень? Вот так вот это делается, друзья мои. Так, дайте мне, пожалуйста, рыбу, а? Ну? Бревен опять. Ну что, нам еще нужно четверых драконов одолеть. При хорошем раскладе это два боя. Так, ну что у нас тут? Ага. Лаварыга мы с тобой можем пока не трогать. Он не настолько опасен. А вот остальных, пожалуй, надо как можно быстрее уничтожать. Окей, предположим. Они сейчас будут все, наверное... Ага, я думал, скалотряс атаковать. Все. Нашли, блин, жертву, а? Посмотри на них. Так, Лаврык, успокойся, а? Иди гуляй. Давай добьем с тобой. Да иди ты за... Ну все. Началось, блин. Сарделька промахнулся. Так, ну что ты тут? Что ты тут хочешь делать? Упс. Ребят, так и хочет уничтожить меня, мою сардельку. Это сейчас, наверное, нет. Я же думаю, этот подхалим сейчас тут подлетит и уничтожит. Ну, скалотряс, давай. Красава. Красавелла, тут по-другому не скажешь. Так, ну что, Лаварык, что ты будешь делать? Так, он, ребята, не теряет надежды, да? Уничтожит тройной удар. А если мы вот так сделаем, парень? Давай, скалотрясик. Тыч. И добивка. Вот это я понимаю, игра. Вот так вот надо дальше и продолжать. Ну вот, остается последний дракончик. Давай посмотрим. Ага, кревет. Понятно, сразу же с тобой берем цель на кревет. Нам нужно уничтожить его в первую очередь. Поехали. Потому что, ну, прихвостень, да, опасен. Но кревет все-таки посерьезнее будет противник. Ну а Лаварык это вообще, ребята, отдельный разговор. Вата ватная, пускай стоит там в сторонке, пока ей не бухтит. Ну что ты тут? Блин, я офигею, как он бомбит. Смотри, просто с удара пол хп, тюх, снес. И этот добил, ну, понятно, ребята, они превосходят по уровню меня, понимаешь? Так, следующий, короче, будет у нас с тобой прихвостень. Браться. Ой-ой-ой, сейчас подпалит. Нет, не стал почему-то он делать этого. Давай, тройной удар. Прекрасно. Так, ну что, прихвостня. Блин. Хотел сказать, прихвостня мы с собой уничтожим. Ага. И тут промахивается моя сарделька, как всегда. Ну-ка добьешь? Нет. Никак пока. Вот сейчас добьем. Ну и все, остается Лаварык, который тут один вообще ничего не сделает. Против нас? Н-н-н. У него шансов нет, ребят. Да что ты со своей защитой, ты смеешься, что ли?
Мы же ее сейчас в 3 секунды уберем, эту защиту твою. Так, что там бомбит? Ну, давай атаковать дальше. И добивочный. Я надеюсь, не промахнется. Шикарно, минус 400, прикинь, вжарил. Офигеть. Так, а вот и пак, который мы с тобой заслужили. Громорог, защитник, так, без зубик. Ну, в принципе, ребят, неплохо. По крайней мере, нам с тобой каждый раз выпадает хоть по одной легендарочке. Я имею в виду по одной карточке. Так, ну, вроде бы на сегодня пока и все, да? Что могли мы с тобой сделали? Так, здесь у нас что-нибудь по обменке есть? Слушай, ну, если честно, не так уж и много осталось, да? Ресурсов. И вечно крыл будет открыт. Я жду не дождусь, ребята, этого момента. Так, шестеренок здесь не хватает, да? Погоди-ка, ведь есть у нас с тобой, да? Хм. Или это немножко другие, непонятно. По-моему, те же самые флаги, которые мы с тобой ищем. Так, когда у нас там снеговик через 3 часа, да, откроется? Почему, ребята, я волнуюсь? Потому что мне не хватает 1, 2, 3, 4, а тут, как ты видишь, 4 дня. Ну, 5, грубо говоря. Поэтому я только-только могу уложиться, успеть. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!